Они идут сюда впервые на праздник в честь открытия детского сада, но скоро эта дорога станет привычной для десятков дошкольников и их родителей. Филиал детсада номер 123, по сути, полноценное учреждение с большой территорией и просторными помещениями. Детский сад рассчитан на 60 мест. Значит, площадь детского сада, вот вы видите, большая, 2600 квадратных метров. Значит, детский сад очень уютный, комфортный. Этот детский сад находится на территории воинской части, но по просьбе городских властей передан курорту, чтобы он был открыт и для сочинских детей. Сертификаты на право посещать детский сад номер 123 вручил глава Сочи. По словам Анатолия Пахомова, за последние 5 лет в городе открыли уже 18 детских садов. Сегодня 19-й. Будем продолжать строить и дальше. И даже на следующий год мы планируем построить еще 4 детских сада. Конечно, у нас уже есть проекты, есть экспертиза этих проектов. И сейчас задача вместе с губернатором края изыскать деньги, которые понадобятся на это строительство. Я думаю, что это будет успешно сделано. Родители тоже успели побывать внутри, осмотреть группы, помещения для занятий спортом. Все обращают внимание на современный подход к оборудованию детского сада. Очень красивый, многофункциональный, все абсолютно новые устройства. Мы абсолютно довольны. Нашим детям подарили такой замечательный детский сад, оснащенный по последним технологическим вообще всем критериям. Очень здорово. Веранды во дворе и внутри здания для прогулок в дождливые дни. Современное оборудование в столовой, игровых комнатах. Есть прачечная и медицинский кабинет. Сегодня первые путевки получили дети военнослужащих, но детский сад построен, как говорится, на вырост. И в будущем здесь будут принимать и дошкольников из окрестных населенных пунктов. До конца этого года в Сочи откроют еще 2 детских сада – в Лао и Верхней Беранде. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.